Иногда из самых простых ингредиентов можно сделать неожиданно аппетитное и вкусное блюдо. Для любителей сочной и сладкой кукурузы хочу предложить этот интересный вариант закуски. Запоминайте рецепт. Покажу, как приготовить закуску из кукурузы просто и быстро. Сразу хочу сделать акцент на том, что использовать лучше всего молодую мягкую кукурузу, но подойдет и консервированная не в сезон свежей. Кроме соли вы можете добавить специи, травы, чеснок, например. А подавать к столу такую закуску лучше всего с любимым соусом. 1. Первым делом кукурузу нужно отварить до готовности. После немного остудите и срезать зерна. Добавьте муку, разрыхлитель, соль, специи, немного молока. 2. Всыпьте крахмал и все тщательно перемешайте. Ложкой набирайте полученную массу, жарьте в большом количестве масла до румяности. После переложите готовые шарики на бумажное полотенце. 2. Всыпьте крахмал и все тщательно перемешайте. Ложкой набирайте полученную массу, жарьте в большом количестве масла до румяности. После переложите готовые шарики на бумажное полотенце.